другую сторону переместить. Во всяком случае. В сторону желтой полоски, так сказать. Может, в режим рации активировать? Режим рации? Да, типа по нажатию кнопки только микро включается. Вообще. Ну, было нормально, наверное. Коллеги. Да, вас слышно. Так, меня слышно, видно. Угу. Говорите, слышно меня? Да, слышно. Можете чуть поближе все-таки микрофон держать? Блин, товарищи, давайте-ка я перезагружу телефон, простите, потому что мне не нравится версия разговаривать с вами с наушника. Да, хорошо. Я так понимаю, нет, Настя? Так, я так понял, все печально, да, у вас? Прием. Вы меня слышите? Да, да.
Всем привет, мы наконец-то начинаем стрим. У нас очень много, как оказалось, технических заминок с тем, что это Dota, и очень много людей, и сложно организовать столько. Ну, зато он пилотный выпуск. Я представлюсь, я Андрей Гапет, амбассадор кружков Женя и, а сегодня у нас стрим совместно с Дмитрием Зевцовым, лидером рабочей группы кружкового движения и проректором Дальневосточного федерального университета. Сегодня мы поговорим о играх, ну и просто обо всем, о чем можно поговорить. Я так понимаю, матч начался или еще нет? Тогда, мне кажется, нужно дождаться, когда начнется. Да, Дмитрий здесь. Коллеги, я очень плохо вас слышу почему-то. Раньше Александра было слышно значительно лучше. Более того, было видно его лицо. Сейчас этого не происходит. Да, мне пришлось переподключиться на телефон, потому что Discord на Linux решил сказать, что все плохо. Начинается, видимо, игра, пытаемся выбирать персонажа. Ну, я бы хотел начать с вопроса вообще, чтобы вы рассказали о себе немного и о том, как вы пришли, не знаю, к тому, к чему есть сейчас, вот, к рабочему движению. Вас почему-то слышно очень плохо, поэтому буду вынужден сейчас немножко переключить микрофон, что ли. Так. Коллеги. Да, вас слышно. Теперь мне стало слышно вас. И давайте попробуем беседовать. Александр, повторите, пожалуйста, свой вопрос. Его было слышно плохо. Только ли мне слышно плохо? Ну, потому что я вас сейчас плохо слышу. Так, ну, видимо, мне придется говорить просто громче, да? Наверное. Так, значит, у нас тут параллельно происходит выбор персонажей. Так. Получаю инструкции от коллег, мне говорят, что я должен идти. Прекрасно. Один из нашей команды решил играть соло на спортлинии. За Бритбек играет. Надеюсь, у него все получится. Александр, на работе? Слышно? Да, вас Александр. Вроде слышно. Все отлично. Ну давайте, пока у нас идет загрузка. Несколько слов о себе. Дмитрий Зенцов. Я занимаюсь управлением в сфере образования. Довольно давно начинал работать в МГУ в программе «Сфере» с коллегами с корпоративной психологией. С деловыми управленческими играми. После я фазы как университета, прекратил игру, потом мы собирали вместе с нашей командой в Московском политехническом университете, тогда это был МАМИ, по проектной деятельности студентов. Ну, то есть было не так, чтобы в университете мог реализовывать ну и сейчас я работаю в Дальневосточном федеральном университете, проектом развития, но здесь я с вами не поэтому, а потому что 5 лет назад тоже с друзьями, с соратниками по Центру образовательных технологий, с коллегами из Агентства стратегических инициатив задумали
сочетание под названием «Прыжковое движение». Мы, надо сказать, проходили в школе «Круги». И при этом мы думаем, что в кружках ничего не меняется, ничего нового, всегда происходит некое обстоятельство того, что люди занимаются. И задумали принести технологии молодым ребятам, которые учатся в школе, в университете, и дать возможность работать в команде на фронтире над задачами в области искусственного интеллекта. Блин. А мы здоровье не деремся? Почему-то здесь один стою, а опасные противники собрались. Так, Дмитрий тут просит, наверное, попробовать у вас выключить кнопку, потому что она застыла, и, видимо, из-за этого подлагивания. Так, окей, я включил вебку. Пока я с вами сообщаться, меня убили, отдали, так сказать, first blood. Я чувствую себя очень неловко, но постараюсь больше такого не допускать. Так, слышно меня, нет? Да, да, да. Здесь очень коварный, значит, игрок на Тетрисе, Грин, не могу рассмотреть, сложное. А, это, мне кажется, коллега, с которым мы позавчера настраивали игру в Доте. Он ловушку заманил нас. Вот. А вообще, и такой интересный будет вопрос. А знает ли ваша, не знаю, мама или, в принципе, семья о том, что вот вы играете в игры? Ну, знаете, моя мама точно знает, что я играю в игры, потому что еще в 2099 году, когда я начинал играть в коллаборативные игры, тогда это были многопользовательские текстовые онлайн-РПГ, вот, у нас был один компьютер, собственно, ее ноутбук, соединение с интернетом было по dial-up, ну, через телефон просто. Не мог звонить по телефону, когда подключен к интернету. И в игры я играл по ночам. Днем я работал на своем компьютере, а ночью время доставалось мне. Поэтому она точно знает, что я, бывает, что играю в игры. Вот. Ну а если говорить серьезно, то я к игре как явлению вообще отношусь очень серьезно. Я считаю, что в современном мире игра – это одновременно и новая форма искусства, и форма вообще представления мира, и форма образования, и она еще очень сильно недооценена. Мы до сих пор живем в логике таких очень серьезных людей, которые знают, что такое кибернетика, управление сложными системами, что такое эффективность, вот, но при этом не очень оценили, насколько сложными смыслами, насколько сложными идеями могут управлять люди, которые умеют делать игры. Вот мы сейчас в Доту играем, ну, в принципе, ну, как бы игруха. Но с другой стороны, в ней очень много этих идей заложено, которые, блин, меня тут убивают. Слушайте, как сложно вести стримы. Я первый раз, и мне прям очень неловко перед командой, я даже сейчас извинюсь. Слушайте, коллеги, блин, так сложно одновременно разговаривать об отвлеченных каких-то вещах и пытаться еще играть. Вы не поверите, я первый раз веду стрим, вот, стараюсь, короче, как-то справляться. Ну, а если вот говорить про игру, игры как искусство, ну, это, получается, один из самых новых направлений, одно самое новое направление в, вот именно в искусстве, хотя, да, ну, совсем недавно считалось, что кино самое новое и долгое время, ну, недооценивалось. Пойдут ли игры, как вы думаете, по такому же пути, как кинематограф, или как-то по-другому у него появится своя вот именно свое признание,
как ну, тоже такого большого, серьезного вида искусства. Ох, слушайте, думал над ответом, вот, и меня убили в четвертый раз. Честно говоря, начинаю думать о том, что вообще эта идея, ну, попытаться записать стрим и сразу с первой попытки общаться о сложных вопросах, да, возможно, это, ну, просто была ошибка. Тем не менее, пока я тут без телепорта пытаюсь добраться до своей линии, которую мы, блин, в хлам, мне кажется, проваливаем. У нас сейчас счет 7-1, не в нашу пользу, по киллам. Только что убили моего напарника по линии. В общем, возвращаясь к идее игр, в лесу пробраться к нашей башне, более-менее, возвращаясь к идее игр, количество людей, которые сейчас играют в игры, настолько велико, что не считать, что игра может претендовать на право быть некой формой культуры. Искусство, не искусство, сказать сложно, но как бы формой выражения смыслов, значимых для человеческого сообщества. Ну, просто бессмысленно это отрицать. Поэтому... о, классно, подсказали, куда не идти. Не пойду туда. Классно. Блин, третий уровень. Слушайте, коллеги, сори, блин, меня так отвлекает попытка отвечать на вопросы Александра рядом, что я теряю нить игры. Ну вот, вроде какую-то мину нашел там. Ну, и Тейчес, конечно, очень коварный. Так, значит, возвращаясь, Александр, к вашему вопросу про игру. Дело в том, что если послушать сейчас коллег, которые профессионально занимаются гейм-девелопментом, то сложность концепции, которую они пытаются заложить в новые игры, она постепенно начинает приближаться к тем концепциям, которые закладываются в какие-то более понятные нам, более понятные и привычные формы искусства. Александр, слушайте, следующий вопрос. Задайте что-нибудь попроще, потому что сейчас... Да, мне кажется, нам надо немножко... 0-5-0 у меня. Разрядить чем-то 0-5-0, простым. Были вы, не знаю, на открытии точки кипения в Набережных Челнах или, не знаю, на концерте в Fortnite? И как вы вообще относитесь к этому переносу всех публичных мероприятий из-за ковида в игры? Ну, это же не просто игры, на самом деле. Это, ну, платформа, где люди взаимодействуют между собой. Соответственно, нет ничего удивительного, что когда у тебя физическая площадка исчезла, ты общаешься в площадке не физической, а виртуальной. Ну, там, коллеги из Иннополиса, я точно знаю, очень недурно организовали обучение для ребят со всей страны программирования на Питоне на площадке Майнкрафта. Собрали свой университет. Высшая школа экономики перенесла свой кампус в Майнкрафт. У университета Дальневосточного тоже есть площадка в Майнкрафте. Это удобно. При этом, конечно, надо понимать, что принципы жизни таких пространств, они вообще разные и сильно отличаются от... Ай-яй-яй, сейчас мы завалим фейку. Сейчас. Сори, Александр. Так, давайте попробуем нам с вами организовать диалог по-другому. Я буду пытаться отвечать на ваши вопросы короче. Когда я, да, можно так. Длинно, происходят страшные вещи. Я говорю, страшные, страшные. Сори, сори, товарищи. У нас счет, если увидите, 14-3. 14-3. Ну, надо сказать, что из них моих смертей 6 всего, поэтому... Блин, квапа 8 уровня на миде. Кстати, башни зато все пока стоят.
Так, Александр, дайте какой-нибудь простой вопрос, на который быстро отвечу и попробую как-то хотя бы апнуть уже шестой уровень. А, ну, не знаю, какая у вас, в принципе, любимая игра и почему? Воу, хороший вопрос. А, ну, слушайте, так, если серьезно говорить, блин, я не купил еще ничего себе. Капец. Что за сборка у меня стоит? Сейчас, прям. Так. Правильный ответ такой. Если говорить по-серьезски, то игры, которые у меня вызывают уважение, это, например, игра Go. Она очень сильна своими метафорами. Но, с другой стороны, вот мы сейчас в Доту играем, и скажу я вам, что отнюдь не простая игра по комплексу смыслов, которые в нее заложены, а по возможности о ней как бы так, поговорить. Опа. Так, слушайте, ну у нас, мне кажется, можно даже выправиться здесь. Вот. А возможность поговорить о каких-то сложных мировоззренческих вопросах на материале Доты тоже вообще-то довольно... Ай, блин, сейчас клопа убьет. Ай. Так. Дынк. Все, догнали меня. Догнали, не замансуешь. Так. Так, конечно. Вот. В Доте тоже есть много красивых образов, которые я в играх вообще что ценю. Возможность увидеть какие-то метафоры и попробовать смысл из игры перенести на какие-то другие пространства, в жизнь, в бытовую практику. Вот, образ в Доте «не стоять АФК», по моему ощущению, один из как бы, самых сильных. Дота, она же учит чему? Что любое твое действие, любое потраченное время, оно на самом деле сильнейшим образом влияет на баланс сил в игре. И если ты в какой-то момент ничего не делаешь, то это означает, что твои противники получают преимущество. И принцип «не стоять в АФК», он мог бы быть вообще частью школьной программы, потому что важная жизнь. Сождайте что-нибудь еще спросить. А почему именно Go? Мне кажется, из таких метафоричных игр, где партия на два игрока, для западного мира больше соответствуют шахматы. Люди больше увлекаются шахматами. Вообще, как вы познакомились с этой игрой? И почему? Ну, знаете, в шахматы я играл еще с юности, ходил в шахматы. Кружок. Но, честно говоря, у Go, мне кажется, потенциал для описания того, как на самом деле происходит принятие сложных решений в условиях неопределенности, значительно выше. Ведь в Go с ходом игры количество возможных комбинаций только увеличивается. А в шахматах у тебя, наоборот, чем ближе к эндшпилю, тем как бы проще вообще рассчитывать, как будут выглядеть шаги противника. Так, у меня ульта появилась, надо бы как-то ее реализовать, использовать. Если сейчас. Ну, поэтому мне Go интересней. Плюс, опять же, метафоры, которые заложены в эту игру, они такие очень сильные и очень хорошо описывают, как, например, разворачиваются события в информационном пространстве. Как, например, разные идеи постепенно захватывают для себя пространство, на котором они могут быть реализованы. Ап, так, дынк, на меня тут, видите, напала квапа, пыталась убить, а я сейчас ее ультой.
Ну, а если говорить про сообщество все-таки именно геймеров, можете ли вы себя отнести к нему? Слушайте, или, не знаю, как бы сообщество геймеров, а я сделал первый килл. Наконец-то. У нас получилось в таком формате еще играть. Сорян, я все застилил. Вот, зато у меня первый килл. Извините. Так. Сообщество геймеров нет. Я не отношусь, конечно, к сообществу геймеров. Это нам нужно... Ну, не знаю, нужно, но для того, чтобы быть геймером, нужно активно участвовать. Игровых движух. А вот считаете ли вы на работу профессиональных геймеров, киберспортсменов значимой, и что она привносит в наш мир, если так? Я, честно говоря, считаю, что проявление любых сильных компетенций, если ты просто что-то классно умеешь делать, это нечто заслуживающее уважение. Ну, так, по совести, спортивные формы боевых искусств давно потеряли прикладное значение. Тем не менее, мы уважаем спортсменов, которые достигли высоких результатов в этих боевых искусствах. Не беру, конечно, боевые применения. Игра, ну, тоже форма искусства, форма проявления мастерства. Не готов судить о том, насколько компетенции из игр могут быть перенесены в какие-то сферы реальной деятельности, но в принципе это даже и не важно. Важно другое. Важно, мы сейчас притонем по феечке и ее добьем. Я, прикиньте, сделал еще один килл. Теперь у меня счет 2-8. Тоже звучит немножко жалко. Блин, а мне надо купить что-то еще. Блин. Представляете, играем против Тетриса. Тетрис — это, ну, минер. Мне очень стыдно, потому что на самом деле я как бы на саппорте играю. По идее, должен расставлять варды, которые позволяют видеть эти минки все. Ну, а минки иначе незаметны. Я вот только что сам подорвался. И теперь у меня счет 2-9-1. Два раза убил. 9 раз убили меня. Один ассист помог. Нет, помощь была не особо полезна, конечно. Так. Значит, ну, я зато купил сейчас вардов. И попробую немножко поставить. Александр, я потерял нить нашей беседы, но мне кажется, мы обсуждали киберспортсменов. Да. Давайте попробуем двинуться дальше. Ну, а если говорить про Дальневосточный федеральный университет, я знаю, что там есть команды киберспортсменов, и они довольно успешно показывают себя на соревнованиях. Ну, вообще, известно ли вам что-то об этом? Было бы классно узнать. Но лично мне, потому что я не в курсе. Так, сейчас мы... Была жалкая попытка завалить клопу. Вот. Подраскидили, кстати, не я. Значит, про нашу команду. У нас команда очень неплохо выступила сейчас на чемпионате России, ну, студенческой лиги. Лично я считаю, что точно так же, как и университету полезно иметь собственную спортивную команду, какие-то популярные виды спорта, полезно поддерживать этих людей, которые серьезно занимаются киберспортом. Ну, это спорт же тоже. Вот. Поэтому нашу киберспортивную команду мы поддерживаем. У нас даже есть специальная локация для них, выделенная для их тренировок. В свое время мы помогали организовывать набор в эту команду. Блин, я бессмысленно утонул. Я надеялся, что он сейчас будет без обрываться, а он не стал обрываться. Понятно, под башню. Ну, а
если мы вернемся вот... Киберспортивные команды, они в очень сложных условиях этот раз играли большое расстояние, пинг 150, но, тем не менее, заняли второе место в чемпионате. Молодцы. Так, следующий вопрос. А если мы вернемся вот от темы киберспорта все-таки к теме образования, и как мы уже выяснили, что вы не особо состоите в геймерском сообществе и, возможно, не состоите в сообществе разработчиков компьютерных игр. Вы закончили вопрос? Да, Александр пропал. Вот, а я наконец-то, мне кажется, смогу хоть что-то немножко подформиться. Слушайте, я начинаю всерьез уважать стримеров, потому что, конечно, концентрация, которая требуется для того, чтобы переключаться между двумя коммуникационными каналами, одновременно что-то осмысленное пытаться ответить и не провожать. Ух ты, пойду-ка я отсюда. Я тут в наушники чат отходить, я говорю, сам тоже поможет отходить. Прислал, развалили. Да, короче, раньше к стримерам всерьез как-то о них не думал и не относился к этому как к требующей компетенции деятельности, но скажу так, блин. Так, сваливаем. Все, меня сейчас называют. Так. Ну да, конечно. Так, меня убили 10 раз. Пользы от меня крайне мало. Товарищ, с которым мы играем, не показывает здесь их. С 15 года вот коллеги играют. С 14-го. Остальных не вижу, с 15-го, ну да, понятно. Так, Александр, ты есть у нас или у нас все, рвалась коммуникация? Ну, тогда, да, Наталья, давайте с вами побеседуем, что ли. Ага. Ну, да, все, вернулся, Александр. Платформа Дискорда показывает себя, видимо, с не очень хорошей стороны. Я приношу извинения. Такое бывает. Оп. Мы вроде бы остановились на том... Я успел задать вопрос или не успел? Слушайте, вы успели задать вопрос? Я даже... Не знаю, вы, наверное, успели задать вопрос, но я не знаю, какой, поэтому задайте еще раз. А, ну так вот, мы все-таки перейдем пока что от темы киберспорта к теме образования, потому что мы выяснили, что все-таки не состоите в сообществе геймеров и в сообществе разработчиков игр, но много лет занимались интерактивным образованием, и интересно вообще, что это, ну и немножко про ваш опыт. Что такое интерактивное образование? Это на самом деле весь... комплекс любых образовательных форматов, которые позволяют тебе действовать в образовательном процессе действовать, а не просто слушать и решать задачи. Все деятельное, с чем вы встречались, решение кейсов, деловые игры, ролевые игры, разные форматы, которые коллеги из ТРИС используют. Все это интерактив. То есть там, где человек в образовательном процессе действует сам и получает опыт, этот опыт как-то рефлексирует и дальше применяет его с пользой. Я занимался в первую очередь разработкой образовательных игр для гуманитарных специальностей направления подготовки. Так, мне говорят, чтобы я не ходил в наш лес, я ушел из нашего леса. Например, у нас был очень интересный опыт, когда на одном из факультетов МГУ, где готовят международников, нам
я нашей команде поставил задачу разработать игру для первокурсников, которая бы выявляла и ранжировала ребят с компетенциями в области управления, в области выстраивания каких-то сложных партнерских сетей, в области так, наша центральная башня атакует. И что это было нужно? Потому что ребята, которые поступают на такие факультеты, они очень амбициозные. Когда ты пытаешься выстроить какую-то студенческую среду, например, назначить старосту курса, выборы на такие должности происходят крайне энергично, жестко, дискомфортно, с ссорами, с конфликтами, с угрозами. Ребята борются, ну как, играют на корову. Поэтому была задача перенести это вот развлечение того, кто умеет управлять, кто не умеет, в эту игровую форму. Мы сделали для всех первокурсников, 150 человек, игру про Римский Сенат, которая длилась, ну, она проходила несколько лет подряд для каждого первокурсников, лет 5 запускали. Вот. Игра длится неделю, все получают, как немножко похоже на Rome Total War, компьютерную игру, все получают кусочки римской территории, все сенаторы, все ведут экономическую какую-то деятельность внутри игры и борются за разные должности в Римском Сенате, принимают решения, значимые для всего государства. Ну, такая игра одновременно стратегическая и одновременно политическая. Плюс ребята, мы давали каждый день такую, знаете, политтехнологическую задачку попробовать предсказать на следующий день действия всех участников этого политического процесса внутри игры, кто займет какие должности в Сенате по результатам выборов и так далее, и так далее. Оказалось, что, во-первых, ребята такую игру запоминают очень надолго, во-вторых, понимание, зачем нужны политтехнологические дисциплины, появляется значительно более ясное, ну, потому что ты поучаствовал в реальном принятии политических решений, в реальном голосовании, поборолся за власть, пусть и в модельной ситуации. Вот. Бамс. Так. Ну, то есть, как я понимаю, самое принципиальное отличие вот от игры, в которую мы играем сейчас, и от интерактивных игр в образовании, это такая глубокая рефлексия полученного опыта в игре. То есть, ну, не знаю, после... Знаете, а еще то, что игра изначально задумывается, когда она образовательная, для того, чтобы создать какой-то определенный опыт, который дальше будет отрефлексирован. То есть игра компьютерная, она разрабатывается, ну, как для фана. Понятно, что всегда есть какие-то мысли более сложные, философские, лежащие за ней, но все равно делается для фана. А образовательная игра, она всегда строится так, чтобы мы могли спрогнозировать, какого типа опыт получит участник. Так, я прервусь и задам вопрос коллегам по команде. Товарищ, какой план, что мы делаем, и не пора ли нам просто слить катку и запустить новую?
Так, смотрите, что произошло. Мои жалкие попытки быть четвертым членом команды и принести какую-то пользу командникам, они не увенчались успехом. Поэтому мы сейчас катку проиграли и думаем запуститься снова. Ну, а я, в свою очередь, постараюсь принести какую-то пользу. Слушайте, прикольно. Вообще-то у меня не худшие показатели по смертям. Так, ну, худшие, ну, не то, что прям худшие. Но они катастрофически плохие. Ладно. Надежда, да, ну, кажется, мы не задумывали стрим про то, чтобы круто играть, а про то, чтобы как-то разнообразить формат. Попробовать. Ну, слушайте, вот так каждый общаться. Хочет выигрывать. Просто, видите, я, конечно, недооценил компетенции коллег, с которыми мы встретились сейчас на стриме. Возможно, нужно было и играть кому-нибудь. То есть в этой ситуации вы все-таки играете на корову, да? Всегда хочется играть. Ну-ка, я кого-нибудь потолще. Тогда можно попробовать почему? Сместить вектор вопросов уже непосредственно к кружковому движению. Вот, например, тема многих мероприятий кружкового движения — вот игры, которые меняют мир к лучшему, ну, с недавних пор. А, например, последний GameNet Challenge. А вот играли ли вы в игры, которые сделали участники, или, может быть, сами участвовали? Вы знаете, честно говоря, в GameNet-овских играх, вот последнего челленджа, в них я поиграть не смог. Ну, просто не было времени очень плотно сейчас график. А вот те прототипы игр, которые... А вот те прототипы игр, которые делались на Олимпиаде НТИ этого года, с ними я познакомился. Там есть были довольно прикольные, довольно жесткая игра, почему Нова Доктор, например, очень сильное впечатление произвела. И, кстати, очень красивая игра средневековую Японию. Ну, понятно, что это были, ну, как игры, в которые можно поиграть. Так. Смотри, мне что-то пишет. Так, мы начинаем сейчас следующую катку просто. Я пытаюсь понять, кого бы мне взять. Я пытался сыграть на Snapfire, это такая бабушка, которая ездит на ручном драконе. Но толку от меня было еще немного. Можно попробовать кого-то потолще взять, типа Dragon Knight. Какой-то режим, с которым я раньше не сталкивался. Непонятно. Слушайте, происходит какой-то хаос, я запрещаю каких-то героев. Надеюсь, что это рано или поздно закончится, и мы сыграем. Какой-то формат драфта. Чудовищно. То есть мне выдадут случайно персонажа. А, ого. А вот вообще, если мы говорим про игры, которые сделали мир лучше или которые действительно изменят мир, вот вы можете привести игру, которая на самом деле стала значимой и как-то изменила мир, и почему? Хороший вопрос. Я думаю, что большинство массовых игр изменило мир. Потому что это
такая часть культуры, которая закладывает в нас принципиально новые какие-то образы взаимодействия с другими людьми. Если говорить прям совсем серьезно и скучно, то вообще-то такая игра — это футбол. Не компьютерные игры, которые пока что еще не завоевали такое место в мире, а самая популярная из командных игр, которая сейчас есть вообще на планете, и которая открывает для народов, для государств, для наций возможность помериться силами в максимально бесконфликтном формате. Вот футбол, да, это игра, которая изменила, сделала его лучше. Ну, а так-то можно много примеров приводить, в том числе те же шахматы, которые, ну, по сути, дали европейской цивилизации инструмент анализа стратегических решений. Го повлияло примерно так же на историю Востока. Есть, не знаю, насколько это правда, насколько легенда, что на игре можно выбрать, да? Вот. В определенный момент истории в тайской игре в Го было запрещено учить. Здесь, кроме как, при императорском дворе, читал, что оно формирует те компетенции, которые нужны только императору, полководцу. Мне рассказывали коллеги, которые занимаются Го профессионально. Я думаю, что через лет 10-20 мы сможем говорить похожие вещи о массовых компьютерных играх. Потому что любые сложные социальные процессы, которые запускаются такими культурными явлениями, о них можно всерьез увидеть только на определенном историческом расстоянии. Поэтому подождем. И через 10 обсудим снова. А почему в последнее время вот кружковое движение начало активно участвовать в проектах, связанных с разработкой игр? В чем вообще различие разработчиков игр поколения кружковцев и вот от старших коллег? Ну, кроме, конечно, какого-то опыта, в принципе, какие-то идеи на есть отличия? Знаете, отличие людей из кружков от старшего поколения в первую очередь количественное. Дело в том, что в том поколении, из которого происхожу я и мои старшие товарищи, людей, которые могли бы заниматься решением технологических задач в команде до результата, пытаться создавать свой бизнес, свою команду. Просто меньше, потому что мы жили в времена более сложные экономические. В них росли предыдущее поколение, в них созревало, и, конечно, просто было не до того. И поэтому, конечно, технологических предпринимателей из поколений постарше их в России меньше, чем могло бы быть. А ваше поколение, поколение нынешних 15-20 летних ребят, это поколение, которое имеет возможность решать такие как бы технологические задачки всерьез и пытаться строить так свою карьеру. Поэтому я думаю, вход в игровую индустрию для нас, для кружкового движения, очевиден. Дело в том, что игра — это одновременно технологически востребованная. Это продукт, который требует технологических компетенций, и одновременно она требует понимания человека, понимания гуманитарной составляющей. А это ведь комбинация качеств, которые важны любому технологическому предпринимателю, вообще любому человеку, который хочет что-то создать свое. И нужно, чтобы то, что ты создал, работало,
и оно было нужно людям. Вот, сделать компьютерную игру, которую, в которую люди будут играть, мне кажется, это опыт, который был бы полезен любому технопредпринимателю. Для меня взаимодействие с рынком геймдева, то есть игровой индустрии, это больше, чем просто готовка людей для игр. Я буду разобраться, что я должен сделать, потому что я раньше такое не играл. Ну, вообще, если говорить про вот рынки NTI 2.0, национальной технологической инициативы, там появился рынок GameNet, и такой вопрос, а востребовано ли это в связи вообще с миром, потому что страны, у которых, ну, экономика построена на играх, например, Корея, это их довольно много, и они довольно сильные игроки на рынке. Получится ли у России как-то вот выбраться в эту среду? Александр, задайте вопрос еще раз. Видите, мы тут в каком-то очень сложном формате выбираем персонажей. Я пытаюсь вообще разобраться, что происходит, что я должен сделать. Ну, вопрос, опять же, про рынок GameNet, раз мы к нему перешли. А насколько, на самом деле, обосновано в стратегии национальной технологической инициативы вот взять позиционирование этого рынка в сравнении со всем миром, потому что страны, у которых, ну, экономика, в экономике игры играют ключевую роль, их не скажу, что много. Ну, чего вы прибедняетесь? У нас компании, которые из России вышли на мировой рынок, уже довольно много. Там, в дальневосточных Майтон есть, например, якутская классная компания вполне мирового уровня. На Кипре половина людей на русском разговаривают. Здесь, конечно, лучше бы опросить Александра Сизюлина, лидера рынка GameNet, ну, по этому направлению. Я предлагаю когда-нибудь его тоже пригласить на какой-то такой формат пораспрашивать. Но я считаю, что вы просто неверно ставите вопрос. У России компетенции в создании компьютерных игр вообще очень сильные. Наши компании на мировом рынке вполне весовые. Вопрос в другом. Можем ли мы, создавая рынок GameNet, придумать нечто принципиально... Ох ты, Господи! У нас есть 5 героев, нам предлагается из них выбрать. Ну... Слушайте, ну я, короче, выбрал Хускара. Интересный такой герой. Я на нем играл, по-моему, раза 4, что ли. Да. Мне нужно довольно ловко маневрировать, потому что он получает дополнительные бонусы, когда у него мало хитов. И требует к микроконтролю, сейчас будет все очень грустно. Буду с вами беседовать. Вот это, мне кажется, мне сейчас нужно перезагрузить Discord, потому что он чуть подвисает. Хотя Александр мы это сделаем. Хорошо. Меня слышно? Да, да, прекрасно. Скажите что-нибудь? Говорю. Так. Кажется, что вас стало тише слышно. Да, ну я стал тише говорить. А с другой стороны, я пытаюсь как-то подстроить так. Мы же без камеры, да, будем? Да, получается. Да. Нормально.
Александр, меня слышно? Вроде бы слышно, но все так же тихо. Почему? На самом деле, пока у нас такая пауза на настройке, перед настройкой, я бы хотел просить чат задавать свои вопросы, потому что я вижу здесь общение и предложение игр на следующие стримы. Так, Александр, а вот так будет слышнее? Да, да, классно. О, супер. Ну что, можно работать у меня теперь? Хитрым образом в одном наушнике находится Dota, а в другом вы. Интересно. Все, можете задавать мне всякие вопросы. Я даже задинаил своего крипа. Ну, вообще, кружковое движение все-таки сообщество про технологических энтузиастов, технологическое творчество, и большинство выпускников кружкового движения, если вообще такое понятие применимо, идут в какие-то физмат-направления, просто технические направления, заканчивают высшее учебное заведение. А есть ли вообще место в гейм-индустрии гуманитариям? Такой интересный вопрос. Честно говоря, статистических данных у меня нет, но те коллеги, с которыми я общаюсь по рынка геймнет, они вообще-то в основном гуманитарии. Как бы это парадоксально не звучало. Поэтому, честно говоря, я думаю, что вообще в каких-то технологических сферах вот это развлечение гуманитария и технаря, оно, конечно, не везде актуально, потому что ты поступаешь в университет в довольно юном возрасте, и уверенность в том, что ты верно выбрал свою траекторию, и что ты вот как бы, так сказать, точно технарь или точно гуманитарий, у меня лично, нет. Так, слушайте, а мне тут что-то кто-то луна пытается бить. Может, я ее смогу забить, интересно. Ап, не успел. Блин, не успел прожать. Verifier. Вот это проблема Хускара, что он, как бы, тебе кажется, что он с низкими хитами получает существенный бонус, а он получает их недостаточно еще. Короче, развлечение между гуманитариями и технарями на многом надумано. И говорить о том, что ребята из кружкового движения должны поступать только на высокотехнологичное направление подготовки, наверное, неверно. Правильнее говорить о том, что мы вас зовем строить компании, меняющие мир. И если для этого в современном мире нужно хорошо разбираться в конкретном перечне сквозных технологий, то хорошо бы в них разбираться. Ну, то есть, все-таки высшее образование, оно как что-то фундаментальное, а не обязательно как получение каких-то хардовых компетенций. Здесь все-таки не про это, как я понял. Да, мне кажется, это так. То есть хардовые компетенции не так быстро меняются, что, честно говоря, заставлять университеты все время под них подстраиваться, может быть, даже и неверно стратегически. Все-таки университет, он должен сформировать культуру мышления.
где-то математического, где-то другого. Вернемся к теме образования и геймификации. Вообще, это сейчас стало трендом геймифицировать все образование. Вообще, обосновано ли это? Есть ли в этом какая-то необходимость делать геймификацию во всех сферах образования? Надо различать. Надо различать геймификацию и игру. Так получилось, что термин геймификация, он появился после курса на Курсере по этой тематике, которые собирали коллеги с очень таким бихевиористским и, я бы сказал, циничным подходом к тому, кто такой человек. Отсюда оказалось, что геймификация в качестве главных своих примеров имеет вот эти вот эти бейджики какие-то, шилдики, бонусы за минорные действия. На самом деле, во многом то, что мы читаем сейчас о геймификации, это эксплуатация дофаминовой петли и результат такого очень, повторюсь, циничного бихевиористского подхода к человеку. Мы же говорим о том, что игра — это штука куда более сложная. И она может создавать такие образы, такие смыслы, такие ситуации, которые куда ближе к важным каким-то жизненным образом, жизненным смыслам, чем просто мотивация делать какое-то дело, потому что тебя дадут за него шилку. Я бы слово геймификация вообще не использовал, оно испорчено, это практика шилдиков, а использовал слово игра, использовал слово сеттинг игровой. Опа, ну-ка, класс. А, блин, меня забайтили по-тупому. Ай, как обидно. Черт. Наш противник на миде очень остроумно использовал руну иллюзии, видимо. Это я там схватил. Так, ну, вообще дела обстоят. Так я на низ портнусь. Здесь сейчас давайте вот эту вот единицу под берегу. Вот как раз здесь ульта. И вот. Оп. Оп. Так, уганул. Ладно, толков мне было немного. Здесь еще двое. Перескочил с мида. Ладно. Слушайте, можно что-то купить же еще. Вот мы про игровые практики, раз геймификация — это не самое корректное в этом случае понятие, говорили на примере МГУ. А вы все-таки сейчас проректор Дальневосточного федерального университета, и используется ли как-то такое интерактивное образование в этом университете, и есть ли у него какие-то планы? Знаете, это сложный для меня вопрос, потому что я очень скучаю по педагогической практике и не имею всерьез возможности ей заниматься, не имею возможности нормально преподавать, потому что, ну, честно говоря, занимаюсь управлением. Как принято говорить, бумажки перекладываю. И в свое время, когда я преподавал гуманитарные дисциплины, этику, философию, аргументации, я просто лично часто применял игровые форматы. Вот. Ох ты! Как я неудачно прыгнул на тине. Вот. Ну, как бы счет 0-3-0. Да, туповато. Вот, при этом у нас-то в университете коллеги игровыми технологиями пользуются регулярно. Например, у нас есть специальная программа для талантливых студентов, которые обладают дополнительными особыми образовательными потребностями, хотят учиться больше. И для них наша команда
тьюторов, игротехников очень компетентных, регулярно проводят игровые всякие форматы, которые помогают где-то командообразованию, где-то оп, я режимика добил, вот. Где-то помогают правильно сориентироваться в том, кем ты хочешь быть в своей профессии. И скажу так, что игра адекватно встроенная в учебный процесс. Это очень сильная технология. Я вот сам начал впервые игры использовать от как бы руды педагогической проблемы. Я пытался на непрофильном направлении подготовки преподавать этику. Не для студентов, которые хотят заниматься философией всю жизнь, а для ребят, для которых это был один из общих предметов. И это очень сложная задачка, потому что тебе нужно как-то объяснить человеку, зачем ему вообще заниматься, зачем ему изучать теологию Платона или самого Аквинского. И я тут, походу, убили пока еще один раз. Четвертый. Грустный. Как у нас вообще команда выглядит? Так. Оракл. Оракл дал. Трикила. Наибольшей эффективностью выступает у нас человек с ником Useless Mate. Человек не useless, конечно. Так. Сейчас, погодите, Андрей, я расскажу историю про первую деловую игру, которую я сделал. Но сперва мы, наверное, попробуем здесь гангануть Тим. Вижу, перетянулся в книга Олега. Попробуем выстрелить. Так, что-то котик надо, да? О, нормально, нормально. Оп, стрела. Оп, еще одна стрела. Оп, еще одна стрела. На, блин. А у меня ничего не сбивает стрелу, да? Ничего не сбивает телепорт. Блин, а я думал, что моя ульта телепорт сбивает. Ну, блин, чуваки, справляйтесь как-то. Видите? Я что-то немножко рак. Так. Александр, значит, возвращаясь к истории про игры в образовании, я в какой-то момент после, на второй год преподавания этики почувствовал безнадёгу, потому что когда ты пытаешься рассказывать людям то, что по твоему мнению важно и интересно, а по их мнению вообще бесполезно, это, ну так, как бы неприятно вообще-то. Вдруг, может, догорит? Блин, не догорел. Вот. И поэтому я сделал игру по этике. Вот. Тини проклятый. Проклятый Тини. Вот. Сделал игру по Оруэллу, где все участники игры были, ну, как бы, участниками этого вот, мира 1984. И были правила определенные, по которым ты обязан был регулировать свое бытовое поведение, не смеяться, не ходить с соком при спиной, не носить ручку на грудном кармане, делать другие такие бессмысленные вещи, вот, которые, ну, как бы форматировали твое поведение под такой, знаете, идеальный формат мрачного неприятного общества 1984. Так, да что ж такое? Я почему-то сегодня думаю, что я идти не могу завалить, а я не могу. А что у нас сейчас в покатке? Примерно сколько еще времени будет продолжаться? Я говорю, кажется, что я могу завалить тени. Значит,
не могу. Вот. Слушайте, по карте все выглядит так, что мы играем 14 минут. Уровни у нас, да, счет 10-4 не в нашу пользу. Я думаю, что так, по общей динамике еще минут 20-30, наверное, катать будем. Такое вот у меня ощущение. Вот, ну и завершая рассказ. Простая довольно-таки игра. Вот. Но основной ее смысл был в том, что ты в течение 2 часов играешь на выигрыш в 84 года, и большой брат, и где ты получаешь, если обнаружил, что кто-то нарушает твои правила, дополнительные бонусы. При этом некоторые игроки получали в начале игры за какой-то конверт, как в игре «Мафия», вот, потому что ты на самом деле второй для этого всего прочного капитализма, а ну, если бороться, ты можешь его победить, если умеешь сверхализовать людей. Вот, и игра заканчивается, все друг друга сдали большому брату, как-то так, так, наверное, пропал. Ай, может, не горит? Может, не горит. Что, мы кого-то убили, это даже получилось. Вот, а в конце игры оказывалось, что в конвертике информация о том, что ты на самом деле борешься с общим, получили все. Вот. Ну, просто никто не боролся, потому что думал, что только кто. Очень немножко по правилам. Довольно интересно. Знаете, вы как бы собираетесь, друзья, говорите, ну, с учеником, которым занимаетесь, обсуждать, что вот как бы прикольно получается. Это же, ну, просто игра на самом деле. Вот, но если его проанализировать чуть более глубоко, оказывается, что вот сила убеждающего воздействия общества, которое просто предлагает тебе погрузиться в рутину, думать о том, что ты вообще, что это такое, чем ты должен заниматься, в чем смысл твоей жизни, какие правила этики ты хочешь соблюдать, ради чего ты здесь живешь, если об этом не думать, то легко оказаться человеком, который просто потерял смысл того, что он делает. И поэтому имеет смысл об этических вопросах задумываться всерьез, читать, что люди писали, ответы для себя заранее. Оказывается, что после такого формата, да, разговаривать о философии Платона проще, потому что ты говоришь, что это какой-то опыт личного этического, личной этической ошибки пережил, допустим, в игре, и понимают смысл сложных рассуждений о том, в чем основание человеческой жизни. Так, я попытался по теме. Александр, смените тему нашего разговора. Вы будете задавать вопросы, я попробую вырубить. Ну да, такой обширный ответ получился, довольно. А я параллельно тут как бы занимаюсь ерундой. Пытаюсь не совсем сливать. Ну тогда к такому более насущному вопросу. Существуют ли сейчас какие-то сложные преграды или трудности в внедрении игровых практик или геймификации в образование, например, в школы? Никаких преград, на самом деле, кроме того, что игра — это довольно сложная штука. Его сделать сложно. Поэтому
Вот, поэтому получается так, что если школа хочет игровой формат вбить, ну, как бы формально, то что вообще подпашется? В лес по форме формально. Получается. Вот. То если ты пытаешься игру вбить просто потому, что тебе нужно менять игру, если она для тебя имеет какого-то особого личного смысла, если ты сам не разрабатывал как педагог, то, скорее всего, получится, что это бессмысленно и для педагога, и для учеников трата времени. Игра — это штука, которую ты оптимально должен разработать сам. Свой урок, под свое занятие. Понимать, что в ней, для чего. И тогда она имеет образовательный смысл. А каких-то нормативных, организационных ограничений. Слушайте, а есть у вас какие-то вопросы не про игры? Да, на самом деле тут в чат задали вопрос про индустрию имплантирования и инвазивных технологий. Вообще, есть ли поддержка данного направления от кружкового движения, и какая, если есть, и будет ли в дальнейшем какое-то развитие? Если вы хотите что-то имплантировать? Видимо, наш зритель хочет заниматься этим. Может быть, да, может быть, да. Слушайте, ну, скажу так, в NTI есть очень сильная команда рынка нейронет. Да. Они занимаются в том числе технологиями, связанными с банком. Личный мой опыт, в том числе в школьном движении организации вещей, это опыт, связанный с Дальневосточным федеральным университетом и с командой нашего центра МТИ и нашего медицинского центра, где коллеги занимаются разработкой нейроимплантов системно. И их как раз замысел он в том, чтобы создать в России индустрию разработки таких имплантов. Причем они приглашают, привлекают в школу движения молодежь, чтобы там в команде работать. Сейчас Мишина Маев, наш один из ранних победителей Олимпиады ИТИ, который просто на базе центра Дальневосточной компании «Элемент» идут разработку электронных устройств платить. Мы думаем, что это может привести к какому-то разумному развитию времени, потому что появится компания родом из школы движения, которая производит просто нейроимплант. Потому что вопрос лет 3-5. Вот. А если говорить о какой-то, знаете, системе системы подготовки людей именно к работе в сфере нейроиндустрии, то я бы здесь к Олимпиаде плюс трек по нейротехнологиям. Исторически один из самых сильных команд из всех. Занимается группа Галиева. Они душу впадут в историю. Поэтому тема важная, интересная. У школы движения опыт работы здесь есть. Но поддерживать какие-то команды в этой области мы будем готовы в такой момент, когда вы станете командой.
прям у вас с радостью, как эти талпические бизнесы поддержат. Просто мне кажется, вот именно суть этого вопроса была в том, что нейротехнологии занимаются больше какими-то неинвазивными вещами, а здесь вопрос про какой-то, ну, наверное, материаловедение. Ребята вот как бы из команды Эксимирова, они явно инвазивными вещами занимаются. Нейроинтерфейсы. Ну, в смысле, нейроимпланты. Да. Вот, так что... Ну, сама по себе сфера довольно значимая и будет развиваться, так что вполне. Слушайте, у меня неожиданно что-то начало получаться. Это как бы прикольно. Ну, просто команда немножко прокачалась. К концу стрима мы как-то выработали общий поток того, что можно общаться и параллельно играть. Интересный опыт. Да, слушайте. Наверное. Так, еще вопросы? Тогда к такому вопросу. Какое вообще у вас видение образования будущего? Какое оно? Ох, вы даете. И что я думаю? Недавно об этом. С чего публикование нужно? Писали. Я считаю, что образование в 20 веке попало в ловушку актуальности. Вот, была концепция, которую, наверное, идеологию ее сформировал Гумбольдт, который собирал германское население. И эта идеология, она в том, что ты в образовательных учреждениях, в школе, в первую очередь, в университете, готовишь человека к чему-то экономически актуальному. И это было некоторое противоречие с логикой классического университета, который занимался фундаментальной подготовкой, формированием мышления, с логикой схоластического университета, который просто теологией занимался. Ну и весь 20 век университетское образование растягивали между прикладухой и фундаментальными знаниями. Чем дальше, тем будет сложнее, потому что прикладные разработки, они на самом деле ведутся в R&D технологических компаний, у которых деньги где-то есть, а у университетов денег нет. Поэтому думаю, что мы в разумное какое-то время сумеем из этого противоречия выйти и признать, что есть и пространство, где человек просто осваивать что-то важное для человека. Попытки говорить о компетенциях 22 века, они все время есть, я бы, честно говоря, говорил о каких-то более классических вещах. Человек должен уметь оперировать сложные смыслы, понимать такой семиотической компетенции, владеть, уметь читать сложные книги, понимать там, чего они. Блин, чего себе оглушение? Ушились? Подпись, ты кто такой? Жестко. Пойду туда. Вот. Математическое мышление где-то должно формироваться. Умение оперировать мат-моделями в мире. Умение как-то так, закинули сюда. Интересно. Блин, а как оно плюется так далеко, прям через стену? Ух ты! Что происходит? Пока бренда покупать. Слушайте, я просто... Я в шоке. 15 секунд рейбов. Ну, то есть, необъяснимо. Необъяснимо. И очень цинично. Так, конечно, не делают. Блин, фонтан уже лезет, твари. О, Тини наш фонтан разбил. А, класс. Ребята как бы перенаглели. То он залезет под фонтан. Вот. А с другой стороны, то есть где-то будут точки, где образование классическое, традиционное и помогающее человеку стать в наибольшей степени человеком. А где-то будут точки, где происходят образовательные эксперименты,
Причем не в методике образования, а в том, как вообще будут выглядеть технологии и культура. Как будут выглядеть практики человеческой жизни. Все то, что мы называем практиками будущего, будут особые такие площадки, куда ты приходишь после университета или после занятий, после пары в университете, и где ты занимаешься практиками будущего, где ты с нейротехнологами тусуешься и пытаешься разобраться, как вообще Не-а, у меня тоже. Да, я здесь. Вылетел, простите. Так, мне сейчас слышно только Настю. Это норм? Не очень. Угу. Это да. На самом деле, мы ждем Дмитрия, я бы у чата спросил вам. Все-таки я увидел здесь вариант о том, что мы хотим увидеть на следующем стриме Александра Зизюлина. А кого бы еще? Ну, то есть, кроме. Все-таки хотим попробовать сделать несколько таких шоу. И, ну и, конечно же, тему для разговоров тоже было бы интересно узнать. Потому что сегодня мы как-то больше про игры и образование. Но, может, даже не обязательно про это. Ну и просто обратная связь, как вам вообще? Потому что я вижу, что Александру Владыке очень понравилось обилием смайликов. Три. Все еще не слышно. Печально. Хотелось бы как бы не заканчивать стрим на такой ноте. А все-таки. Но основной контент, да, Дмитрий играет. Я с телефона не могу, попробуй ты. Мне кажется, я понял, что Discord для стримов использовать как-то не очень. Zoom, Meet, ну что-то такое полегче. В идеале нам бы стрим этот скачать и смонтировать, и выложить, потому что здесь очень много таких технических пауз получилось. Да, вас слышно. Прикольно. Ну, я не слышал вас какое-то время, вот. Но за это время у нас закончилась катка, мы проиграли.
Тогда можно потихоньку тоже заканчивать наше интервью. Сюда, да. И я прошелся бы по таким коротеньким вопросам. Первый вопрос вообще, как вам донат в играх, ок или не ок? Что вы говорите? Как вам вообще донат в играх, ок или не ок? Нормальное культурное явление. Окей. Okay. Самая лучшая игра или, может быть, самый лучший геймдизайнер? Я бы уклонился от этого ответа. Потому что можно обидеть случайно кого-нибудь из друзей и коллег, не назвав его. А все-таки кружковое или кружковое движение? Кружковое. Кружковое, конечно, кружковое. Вот. Но Иван Михайлович Бортник говорит кружковое. Ну и последний вопрос. Как думаете, кого пригласить на следующий стрим и, может быть, предложить тему для разговора или во что поиграть? Слушайте, очевидно, что нужно, раз вопрос об игре, звать Александра Зизюлина. Я готов его лично пригласить. Wargaming, директор по разработке и лидер рабочей группы GameNet. Думаю, что он хорошо поиграет в такой формат. Мы с вами научимся к этому времени получше проводить уже такие мероприятия. Вот, я думаю, что это будет не Dota, вот такая другая игра. Ну, тоже хорошо. Слушайте, Александр, ну и от меня спасибо вам за предложение такого формата. Получилось сложно лично для меня. Мне кажется, что я ответил на ваши вопросы существенно менее понятно, чем хотел бы. Ну, подозреваю, что такого типа формат, ну, надо уметь им пользоваться, в том числе и моего поколения. У нас вот по ДВФУ была классная история, когда один из преподавателей, переводя свои пары в онлайн во время карантина, перевел их не в нашу систему Microsoft Teams корпоративную, а в Twitch, и перевел пары по кибербезопасности со своими стримами из популярных какой. Вот, выяснилось, что обычно у него на семинаре присутствует 30 человек, а на семинаре по кибербезопасности в Twitch присутствовало больше сот. Вот, неплохо. Всего и в группе 32. Интересный кейс. Вот, спасибо вам за возможность попробовать такой формат. Было интересно. Надеюсь, что вас ждет успех. Да, я тоже сказал бы вам большое спасибо, что пришли на наш такой пилотный, пробный формат. Понятно, что его нужно немножко доделывать. У нас было много технических трудностей, но классно, что мы справились и все-таки провели эту трансляцию. Ок. Тогда спасибо. Всем хорошего дня. Пока. Всем спасибо и до скорых встреч.